помыть ему ванечки. Пропустите, девочка, она пройдет. А вот это вот, смотрите, покрытая глазурью, это уже 1200 градусов. Стекло плавится, с глиной соединяется, и получается однородная масса. Да. Так что в этом домике можно самим сделать посуду себе с мастером, есть, да? Есть. Или можно приобрести уже готовую. Глины делаются еще. Да, музыкальные инструменты. Сейчас покажем, как они играют. Вот такие, вот такие обожженные, как кирпич. Вот такие, кирпичик такой играющий. Музыкальную школу не заканчивал. Да. То есть самоучка, да? Да? Да. Молодец. Печка у нас на улице, большая, для обжига. Где обжигается уже... Да. Нет, сейчас она не обжигается, я буду чуть... Я через неделю буду обжиг проводить, видите? Да. Да. Же, все, это же процесс, да, такой. Да. Сначала посуда должна просохнуть неделю, а потом обжигается. В сыром виде посуда не ставится, она может треснуть после... Получится, не деформация, получится термический удар получится. То есть вода не успевает плавно выйти и взрывается. Вот так. Целая технология. Так, ну что ж, домик вы увидели. Кому будет интересно, потом сюда приходите и уже тут что-то себе приобретаете. Турочки для кофе, кофе готовить на газу. На песочку. Да. Мы лешки поедем. Да.